Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой. Под прошлым роликом с обновлением мы набрали 2000 лайков. Давайте побьем этот рекорд, и если вы хотите, чтобы ваш учебный год закончился максимально отлично, чтобы у вас были самые лучшие оценки, то поставь лайк, и у тебя будет самый лучший выпускной и самое лучшее лето. Просто поставь лайк ради лета. Вот, ребята, и вышло обновление Hustle Online, которое нас может действительно удивить. А это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Ну а ты, друг мой, поставь лайк, это действительно важно, потому что у нас вышло не только обновление весеннее, так называемое прекрасное весеннее обновление, но и боевой пропуск, который сегодня я куплю, чтобы прокачать и показать вам, что в нем есть. Поэтому давайте сначала мы с вами заглушим автомобиль, и после чего просто возьмем и немножечко его закроем, чтобы никто не залез. Далее давайте заглянем в наше меню замечательное, в котором и есть у нас пропуск. И, как видите, сразу же понятно, что у нас новое обновление. Весенний пропуск. Давайте к нему перейдем и посмотрим, что у нас тут есть. У меня сразу есть донат, но давайте взглянем на то, что нам подготовили разработчики. Первое — это букет цветов у нас. Нам нужно будет выполнять задание пропуска, заработать на ферме, я смотрю, 22 500, 22 150. Потом сервисное обслуживание, снимите 3 раза на износ на транспорте, работа автомехаником, так, это понятно. Можно открыть скин космонавта, ух ты, лотерейный билет, потом кейс черное золото, далее аксессуар камуфляжная панамка, лейка, блин, да серьезно, очень топовое обновление, потому что в этом боевом пропуске очень много различных приколюх. Ну-ка, давайте сразу же его купим, купить улучшение, я его покупаю и йо-йо-йо. Надеюсь, что мне что-нибудь уже дали или нет, или что, мне до сих пор еще ничего не доступно. Так, я купил задачи и призы, улучшенный пропуск, больше наград можно получить с улучшенным пропуском, пропуск заданий. Если задание вам не нравится или слишком трудное для его выполнения, то его можно пропустить, потратив монеты. Как только сезон пропуска подойдет к концу, вы можете больше зарабатывать новые уровни награды. Окей. Отличненько. То есть теперь с чего мы начинаем? 45 дней будет длиться этот пропуск. А что там у нас еще в нем находится? Я так понимаю, что кейс темные дела у нас тут есть. Потом ключ от кейса. Кейс черное золото еще один. Далее кейс оперский. Тут капибара, ребят. Домашнее животное добавили, капибара. Блин, это так прикольно. Жаль, что я не могу увеличить этот подарок. Я вот могу подвигать его, а вот блин. Ну, короче, вы поняли меня, что я хотел сделать. Далее, я смотрю, что у нас есть покраска на MG, покраска полосы. У нас есть несколько новых машин, я их покажу. Вот, ну, ребят, концепт у вас. Новая буханка есть, ребят. Ё-моё, разработчики просто молодцы. Так, ну давайте попробуем что-нибудь вообще сделать к моим наградам. У меня вообще нулевой уровень, то есть нужно хотя бы что-то выполнить. Огоньку не найдется, разжгите костер в лесу с помощью спичек. То есть нужно сделать это, дорожные работы, отремонтируйте дорогу 75 раз, работая в дорожной службе. Вот это я понимаю, задания тяжеловатые такие, блин, ну ладно, надо будет, значит, их проходить. Окей, далее, что у нас тут еще есть? В принципе, тут больше ничего нету, но, кстати, нужно также, ребят, ввести мой промокод ТОП, чтобы сразу же получить много денег. Пишите в чатике в этом менюшке, пишите слэш, потом большими буквами просто ТОП, вот так вот написали ТОП и нажали на кнопку «Активировать код», и после чего деньги вам сразу же придут. Так что мы теперь можем вводить задания и проходить их. Блин, это очень круто, это максимально топово и интересно. Так, надеюсь, что я смогу как-нибудь еще вам показать этот пропуск, потому что в нем действительно много чего интересного есть. И давайте перейдем к этому. То есть также, ребята, хочу попросить заметить, что у нас теперь в обновлении у машины появилось
появился ручник, что я, кстати, только сейчас заметил. Вот ко мне какие-то уже чуваки пристают, хотят что-то у меня узнать. Но мы получили вот такой вот ручник, и теперь мы можем давать боком на карте. Блин, это так круто, так максимально четко. То есть, бац, дернули ручник, и машина может даже войти в дрифт. Я не знаю, как получится это сделать на Mercedes Vito, но это действительно очень сильно топово и круто. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте вместе посмотрим новый видеоролик именно от разработчиков Hustle Online, именно трейлер обновы, потому что они всегда делают красивые ролики. И давайте посмотрим, что у них получилось на этот раз. Ну-ка, запускаем и глядим. Опа. Это время обновления новых возможностей. А второй сезон весеннего пропуска станет действительно настоящим, ребят, подарком. Посмотрите, как красиво. Вы представляете, это игра на Android и на iOS. То есть это не компьютерная только игра, а именно на Android на такое поставили. Любители приключений. Да, любители приключений. Опа. В этом сезоне вы сможете получить новый внешний вид. У нас будет вот такой камуфляж. Ребят, прикиньте, тут реально у нас открывается сезон охоты на Hustle Online. И вот такой можно получить скин прикольный, камуфляжный. То есть никто тебя даже... То есть палить не будет на карте. То есть реально такой зашифрованный такой вот скин. Блин, это аж очень сильно меня прикалывает. Ну-ка, а что еще? И первого человека в космосе. О, да, кстати, у нас появилась в игре буханка. Вот такая вот кибербуханка. Это самый топовый автомобиль. Как же я бы хотел его получить себе или купить. Я не знаю, сколько он стоит, где его купить. Но я его хочу. Надеюсь, что он не только в пропуске, что нужно все задания выполнять, но он доступен и в автосалоне. Блин, надеюсь на это. Но это топ-тачка, посмотрите. Наградой за вашу отвагу и это, усердие станет это... концепт УАЗ-452. Опа, с композитным опа, кузовом и мощными колесами, которые помогут вам преодолеть любые трудности на бездорожье. Да, это действительно топ. Это действительно топ. Проверку. А это, кстати, сзади, вот это вот еще, это новая тоже тачка, это, если не ошибаюсь, Land Cruiser, да, новый, у которой как пикап без крыши, тоже интересно выглядит. Так, ну-ка еще что есть? Правила получения наград также были немного изменены. Да. Вам будет предложено 6 заданий, которые меняются раз в сутки. Кроме того, вы можете распылить ненужные призы в очки пропуска. Не обошлось и без новых наград. Мы добавили новые, увлекательные призы. О, вот они, призы, ребят, такие, то, о чем я показывал. Аксессуары для автомобиля. Да-да-да-да-да. Камуфляжная панама. Чехол для ножей. Ух ты, ушки прикольно. Кролика. Прикольно. Скафандр космонавта. Прикольно. Шапка-медведь. Вообще топ, вообще топ. Военная каска. Патронтаж. Это тяжелый интересно. Большой рюкзак и кобура с пистолетом. Это четко. Это прям реально топово. Основное обновление. Посмотрите, уже чего. На подходе. А пока следите за новостями и собирайте награды. Увидимся это, в игре. Это, ребят, только основное, это еще маленькое обновление. Еще будет в этом же, если я так понял правильно, то в апреле еще выйдет большое обновление, которое там игру вообще просто изменит. Короче, чтобы все поняли, в этом обновлении у нас появились вот эти вот задания, и они будут изменяться каждый день, собственно говоря, вот эти 6 заданий будут меняться. То есть, если ты не хочешь проходить, не проходи, завтра поменяются другие. И, блин, это топово. Ну, я не знаю, как буханку выбить, но я надеюсь, что это получится. Поэтому, ребят, заходите на Хасл, качайте. Вот прям, ну, действительно топовое апрельское обновление они выпустили. Вот прям максимально топ. Поэтому, ребята, если вы до сих пор не скачали Хасл онлайн, скачайте. Все есть для того, чтобы им пользоваться. А также введите мой промокод, чтобы получить больше денег в игре. Это действительно вам поможет развиться. И тем более сейчас вот это обновление вышло, которое вот реально нужно уже играть. Потому что, блин, пока ты думаешь, твой друг уже играет вместе со мной на 14-м серваке. Поэтому заходи, вводи промокод. Я уверен, тебе игра понравится. Это действительно максимально прикольная игра. Ссылочка на нее будет в описании. Бегом качайте. А кодовое слово будет «Пускай кибербуханка».